Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами Задрот сотого левела. Сегодня я продолжаю проходить Most Wanted, Need for Speed Most Wanted Black Edition 2005 года. Поехали. 10-я серия уже. Так. Вот ты курва ебаная. Ворот ебаный. Семьдесят три нормально. А у меня машина-то 290, по сути, может разогнаться, как я уж понял. Из семь гонок тоже выиграть надо. Окей. Так, 12, вот это. А это кольцо 4 раза. Ну-ка, стоп. Это всего. Ой, это не все, это за один круг. За один круг это многовато будет. Здесь 91. Фига себе. Я же говорю, моя тачка может разогнаться. 291. Thank you.
Никому не засчитали, что ли, ничего? Блядь. А вот эти поскольку 9. Вот это значит спринт, окей. Не-не, я хочу переиграть это. Бред ебаный пошел. С самого старта нахуй. Сейчас менты попадутся, бля. Жесть, чел просто летит. Каким образом, я не знаю вообще, почему у него машина такая быстрая. Как он вообще это делает? Животное. В Unreal догнать уже, все. Это просто животное на 6 в отрыв ушло. Как? Каким образом вообще, как он это делает? Как за ним угнаться вообще? Сука. О, блядь.
тварь опять, кажется, тут. Которая быстрое животное. Охуенно, я, блядь, мать ебал этой машины, ебаной. Просто мать ебал, блядь. Ёбаное животное. Сука, блядь, ну как? Как он хуярит так? Пиздец, как, блядь, да как? Вот ебал. Идите нахуй, блядь, пидорасы. Хотя, похер. Вон он, мент. Он не за мной. Дебил. Хе-хе, он не за мной. Меня вы даже не смеете трогать, животное. Сука. Нет, отвлеки, отвлеки его. Сык ты, сука. Да иди нахуй, блядь, долбоёб ебаный. Мать ебал твою, ёбок тупорылый. Иди нахуй, блядь. Пидорас, блядь. Сука, теперь этот пидор, блядь, обогнал меня. Хуйло ебаная, блядь. Иди нахуй вообще. Пидораска, блядь, гонка, мать я ебал твою. Немедленно поднять на головой на
вещи ебаные, блядь. Так, я продолжаю. Что-то вообще бред какой-то. Постоянно тормозит, вылетает игра. Не знаю, посмотрим, что сейчас будет. Давайте спринт. Сыграем. Я продолжаю, игра просто-напросто вылетает. И в нее вообще невозможно играть. То тормозит, а то вылетает, хер пойми. Попробовал, короче, графон на минимум свести. Если тормозить не будет, придется оставить такой графон. Потому что игру очень хочется пройти. Вовремя чертила. Охереть, чел нас догнал. Блин, у них тачка еще быстро. Ой. Спасибо, братанчик. Братанчик. О! Найс. Тир от ментов оторваться. Придется опять фармить. Чё ж, будем фармить? Придется. Придется остановить запись опять. Так, все, я продолжаю. Недолго продлился мой фарм. Как я так залетел на вот эту башню, где я остановился. Короче говоря, за мной два мента были. И они чуть ли меня не арестовали. Так, следующий бунк. Какой? Вот эти, наверное, какие-нибудь. 12. Давайте плевать вот эти какие-то. Thank you.
микрофон на минимум выкручен. Скорее всего, я уже продул. Не знаю. Хотя нет еще. Будем стараться. Не проигрывать. В обрезе. А есть смысл хотя. Ты сразу прямо едешь. Что за повороты такие? Поворотов много очень. Думал, это ближнее. Казалось, нет. Успел. Найс. Можно еще одну такую же. Следи за индексом опасности, который копы присваивают тебе. Если он поднимется до 5, за тебя возьмутся всерьез. Тебе придется столкнуться с вертолетами, бронированными джипами. И что хуже всего, сержантом Кроссом и его ребятам не советую съедят. Так. Давайте next такую же. Чуть не понравилось летать.
Сколько? Плюс 15 секунд еще, нифига. Так, у нас уже 5 гонок есть. Давайте вот это. Нету пищи, закиси. Вот мент. Подтверждаю, выполняйте. Внимание, погоне присвоен статус 3. Объект понял мне задний бампер. Секунд. Пытается проехать по набережной. Теперь оторваться от этих падал. Вижу
повторяю, 10:39. Диспетчер, здесь срочно надо ликвидировать затор на дороге. Наш объект натворил дел. Давай вперед. Надо что-то делать, или он уйдет. Внимание, я иду на сближение. Блин, падла, отстать не может. Ой. Сюда попробуем. Я не вижу его. Попробуй найти. Вперед. Продолжаем погоню. Ой, все, нам пизда. Где нахуй? Сосите. Лохи. Нам нужно идти искать эти ловушки. Вот прямиком сюда. Ой, блин, не знаю. Шипы тут. Я вот так вот проеду. А как ты проехал?
машина летяга. Спасибо. Пора, будем брать. Готовьтесь блокировать движение. Слишком плотный трафик. Вынужден остановиться. Он уходит. О. Ёбаный в рот, а как здесь? Сектор отсюда. Сокращаем дистанцию. Прибыло подкрепление. Там далеко до точки не очень. Похоже, мы его окружили. Все склады открыты, следите за экранами. Ебать, он что, меня видел? Он врезался, осторожнее. Отстань. Информация для участников погони. Сука, пидрилки, иди нахуй отсюда, долбоёб. Вот нахуй, долбоеб. Кто трогаешь меня? Так, где он? Вот сюда? Да, отлично. Сюда поедем, все нормально будет. Оп. Оп. Пытаемся сбросить этого лоха с хвоста. Пизда она. Ебать, крутит, вертит. Охуеть. Они бронированные, но медленно, как я понял. Ёб твою мать. Пиздано. Пошел нахуй. Врежься, хорош. Животное. Он продолжает кружить по депо. Давайте скорее. Сближайся. Все, будем опять фармить. Надеюсь, никто не подберется, сука. Все, офаем и ждем. Так, ладно, продолжаем. На носу последняя гонка. Все-таки не удалось мне против ментов выстоять. Каким-то образом они меня поймали. Как я и говорил, я оставил игру. Но все же они меня как-то поймали. Я не знаю как. Я не видел, как они это делали. Потому что я выключил монитор. И просто ждал. Через некоторое время прихожу, а там все, менты меня поймали. Пришлось потратить жетончик. Видимо, менты просекли фишку того, как залезть туда, чтобы меня поймать.
Блин, что-то я врезаюсь постоянно. Значит, такие длинные круги будут. Минус один чел. А, стоп, я же обычные круги взял. Не на выбывание. Вот с этим так проблемы здесь. Эти обгоны всякие. Проблематично делать обгоны. Срезы точнее. Самого клонит в ту сторону, куда нужно совершить поворот. Кстати говоря, лаз гонка. Вроде я говорил или нет. Не помню. Лаз гонка. Седьмая. Седьмая гоночка будет. Победа, точнее, гонки. Это будет хорошо. И останется только пари. Пари придется фармить. Просто-напросто на месте стоять. Потому что я не люблю с ментами гоняться. Все-таки я не понял, как они меня поймали. Попробую оставить включенный монитор и посмотреть, как они меня поймают. И получится ли у них это сделать. Будем срезать, будем по обычной дороге ехать. Ну, срезы вроде все заканчиваются уже. Начинается дорога нормальная. 12 отрыв такой неплохой. Я бы сказал, даже очень хороший. Просто, короче, летим без косяков. Последний круг. Всегда кажется то, что сейчас заставка будет. Где ты летишь в полете. Все, ладно. Вин. Так сказать. Найс. Машина вся раздолбанная. Так, пари теперь. Сколько пари тут? Увеличить свой рейтинг. Ущерб. Оторвись, нарушив. А никаких, получается, этих не сделал заданий. Не знаю. Давайте 290 попробуем. Меня уже ищут. Введите мне
290 ведь надо. Вызов принят. Сельце, похоже, интересное. Да, действительно неплохо. Спасибо за информацию. Чё? Машина федеральной полиции. Нихера. Интересно. Ой. Ты меня не видишь, я тебя тоже. Нормально там чел таранит тоже. Бочки эти. Или что это? Она умеет. Засек меня, да? Что он там внизу вроде? Стоп, он вон там, наоборот, наверху, наверное, нет? Скорее сюда он за мной едет. Давай быстрее заканчивайся, сука. Ожидание это. Они уже потеряли меня, давай. Почему отбрасывает? Должны потерять меня, да, ладно. Все. Рейтинг уже почти 9 лямов. Сектырь, блядь. Сука, придется опять тормозить записи и не серии проходить это. Так, я продолжаю. Опять попадешься, поищем на стенде. Так что попадайте поскорей. Короче говоря, выполнил я пари этого чмошника тупорылого. Сейчас идем с ним гоняться, по сути. И вот тут Кросс нам заявил, знаете ли, позвонил нам. Я думал, что вы гонщики, большие эстеты, выпендриваетесь, бережете репутацию. Но что это такое? Не машина, убожество. Знаешь, у нас вроде какие-то детали от угнанных были. Опять попадешься, поищем на стенде. Так что попадайся поскорей. Так, а не, нихера. Не-а. Не понял. Класс пари, получается, остался. Я выполнил вот это и вот это. План понял. Так, вот теперь я 100% продолжаю. Потому что наконец-то он меня вызвал. В тот раз я так и не понял, почему задания не выполнились. Хотя там пари штучек, наверное, 3 точно было выполнено. Ну ладно, не об этом. Сейчас, короче говоря, минут 5 назад мотаю я свои автомобили. Смотрю их, какие у меня автомобили есть. И офигеваю. У меня какая-то машина такая появилась каким-то образом. Там, блин, я уже не помню даже, как она называется. Но суть, короче, не в этом. Вот только что я прошел этот последний пари, пятое, и он меня наконец-то вызвал.
Впереди у тебя номер четвертый, JV. Его тут любят. Победишь, полюбят тебя. Но не тяни с этим, а то все решат, что ты... А то все решат, что ты трус. Вот, просто жесткая машина. Истребитель, Drag Racing, окей. Okay. Просто, не знаю, Кэмден, как ты так, тачка называется, не помню. Просто охереть, такая неповоротливая жуть. Сейчас какой-нибудь полицейский проедет, нет? Перед нами прям. Нихера себе. Новый вид гонок какой-то или чё? Тачка просто пушка, разгоняется настолько быстро, но она не поворотлива. Мне это бесит. А-а-а, я дебил. Я думал, это спринт. Ну все тогда, похер на этого дебила, пусть едет. Тачка базаре неповоротливая. Но быстрая жуть. 250, видите, уже обогнала его на сколько? На 27 километров. Ух ты. Однако, здравствуйте. Вон. Так, сейчас впереди еще. Главное все не засрать. 262. Дуф. Тачка неповоротливая, я вам предупреждал вас. Две шесть тоже пойдет. Главное, не отставим. Не от этого. От скорости его. Набиваем намного больше. Кажется, сейчас ласточка будет, да? Так, он врезался, я вижу по карте. Машина просто жесть, она неповоротлива. Но разгоняется очень быстро. В этом у меня сейчас преимущество в скорости. Придется, походу, сбавлять и поворачивать. 210. Нормально. Наверное. Он я его уже даже догнал. Так, сейчас главное не обосраться. Берем максимальный рывочек. Да, победа в кармане у нас. В первой гонке. Drag Racing следующий. Ну, это переключать вот этой скорости. Эх, блядь, а так хорошо ехал, ёбаный в рот, бля. Начать заново, нет. Так, здесь сейчас машинки разъезжать будут. Найс, найс. Истребитель остался. Ну все, давай. Сука, я готов. Там где-то первая точка. Так будем тормозить.
313, как тебе такое, братишка? Ну, или ты врезался там? 125. Хорош. Сейчас тоже врежусь. 200 будет где-то, найс. Машина просто огонь. Как я раньше не увидел, жесть. Против ментов угонять самое то. Плевать то, что он там догнал нас, не догнал. Главное то, что мы уже в отрыве на него, ну, там сколько. Мало, но все же. Вот это плохо сейчас было. Он нас еще чуть-чуть обгонять будет, нет? Будет нас обгонять? Должен вроде. Нет, смотрите-ка. Сколько? Ну, отрыв 20. У меня просто тачка неудачно врезалась. 262, давай. Попробую это. О! А что это у нас? А это 314 километров в час. О, здорово. Так, ну все, давай, иди отсюда, бомжара. Победа. Так, один рандомный. Уникальный чайник, вообще нужен. Вот. Вот это давайте возьмем. Двигатель. Окей. И рандомный чайник. Выкуп автомобиля забрать. Окей, все отлично. Next. Падла, ты давай. Кто ты есть? Рональд Макри. Ронни. Ирония, то еще чучело. Один из маменьких сынков, мнящих себя маргиналами. Тачку мы подогнали в обмен, обещаем закончить колледж. Ну вот, поди ж ты, за рулем он весьма неплох. У него хватает бабок на уроке, лучший гонщик. Крутой, крутой. Ты стал четвертым в списке. Все обзавидовались. Говорят, Рейзер чуть штаны не наложил. Теперь между вами никто не встанет. Ваши дела — это ваши дела. Пока что ты можешь спать спокойно. Так, ну-ка пойдем-ка. Кстати говоря, я уже здесь. Никуда не пойдем-ка. И что-то он дает мне? Что-то он мне прибавил вообще или нет? Не знаю, прибавил или нет. Хз. У этой машины очень мало улучшений каких-то. Закись я купил, кстати, последнего уровня. Нагнетатель. Короче говоря, сейчас сохраняемся в гаражик. И заканчиваем на этом серию. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.